Всем привет, ребят! Второй день уже в Казани. Сейчас 10 утра. Все спят, а я пошла гулять. Сейчас мы начнем гулять с Арбата Казанского вчера, потому что мы дошли, но вчера очень крутые виды были. Я уже хочу с нетерпением показать вам влог. Я решила то, что начну... видите, сзади меня такой прекрасный вид. Что с конца Арбаты и наверх пойду, и всю красоту буду так показывать. Вот. Сейчас тут всякие церкви. Ну, в конце тут ничего интересного нет, потому что, короче, вышел на Арбат посередине. Там как бы две половинки разделялись. Вот. И я решила, что пойдем так. Это будет намного лучше. И потом дальше пойдем. В музей, может, схожу, потому что я хочу сходить в музей Чак-Чака и музей чая. А вы посмотрите, какая красота. Ребят, смотрите, какой тут шикарный вид открывается. Красота. Кстати, Казань немножко напоминает Питер. Местами Екатеринбург, особенно вот это вот их Арбат. И Уфу. Это какая-то смесь европейских городов, наших городов. Что очень даже интересно. Это уже вторая часть. Чуть я быстро первого прошла. Вот, но это очень интересное здание. Сами по себе, потому что очень напоминает немецкие здания, если честно. Ну и в Питере там. Ребят, я тут случайно голову повернула. Увидела кота Казанского, который еще типа одна достопримечательность в Казани. И, короче, обязательно с ним фоткаться. Пойду сейчас это делать. Вот. Сейчас поближе. Он прикольный, кстати, большой, однако. Так, еще одна достопримечательность нашла. Это вот эта карета Екатерины II. То есть это полная копия кареты, сделанная в Казани, которую она подарила Казани. Я посчитала все. То есть тут и можно зайти, посидеть в ней прям, пофоткаться. Я как понимаю, то, что типа мы на середине, в каждом городе есть такая штука, которая показывает, типа экватор, что ли. Челябинск есть, в Москве тоже есть. О, поехали в Аляску. Вот. До Нью-Йорка вон сколько можно доехать. В общем, я найду, напишу информацию, что-то. Я забыла, как это называется. Ребята, кажется, была середина. И сейчас мы, походу, придем уже к началу Арбата. Очень прикольно. Но тут мало всех этих каких-то статуй. Вот. Много всяких развлечений, сувениров. В принципе, похоже на нас, она... В Екатеринбурге. У нас называется Кировка, и в Екатеринбурге недавно улица Гринвич. Вот, на Арбат похоже, вот. Тут еще какая-то одна церковь. Ну, христианка, в смысле, я имею в виду. Вот. Там еще какая-то площадь. Или просто.
Привет, ребята! Я сейчас была в музее чая в Казани. Если вы реально хотите попасть на какие-то любые экскурсии, обязательно идите в музей чая. Потому что это очень интересно. Идет снег. Вот. Очень интересно. Нас тут и покормили, и напоили чаем вкусным очень. Чаем сама билет стоит вообще недорого. А экскурсовод, женщина, она так интересно рассказывает. В плане того, что ты стоишь, слушаешь, понимаешь, ну, как бы она доступна, во-первых, рассказывает. И хочется, во-первых, там инсталляция очень-очень красивая. И там, получается, рассказали всю историю чая от того, как он возник. Китай, Япония, Англия, Россия. Вот как он попал в Россию, чай. Как пьют вообще правильно, неправильно пить чай. Вот, потом обязательно приходите в музей чая. Билет стоит недорого. Сама экскурсия, ну, может, минут 30, так что я даже не знаю, сколько времени, особо не обращала внимания. И что очень интересно говорят. И там еще чай можно купить. Угостили вкусным чаем и чик-чаком. Что тоже круто. Такой маленький бонус. Послушал, попил, поел. И можно дальше отправиться по своим делам. Так что всем советую обязательно сходить. Это вот такой музей Чак-Чака. Я хотела сходить в музей Чак-Чака, но там экскурсия, надо записываться. И она по времени, а я как бы об этом не знала. Вот. И, то есть, там ближайшая экскурсия еще не скоро. Ну, ладно, в следующий раз все равно попаду потом. Привет, ребят! За один который раз уже. Я сейчас... Ребят, за один который раз. В общем, я сейчас иду в музей театр кукол, но по пути через театр кукол идет музей тысячелетия, что ли, так называется. Это очень круто, то, что несколько через все достопримечательности можно пройти по городу. Вот, я не попала в музей Чак-Чак, как уже сказала, потому что как-то там по записи, ну ладно. Вот, зато сейчас пойду по этому парку, вот. И это круто. Вот, это парк тысячелетия. Сейчас все покажу. Посмотрите, как погода еще испортилась. Снег идет, холодно уже. Вот. Так что просыпаем. Гулять. Вот это парк тысячелетия. Чтобы посмотреть всю красоту. Явно всякие деревья, там интересные какие-нибудь растения. Это явно фонтан, который тоже работающий, опять же. Вот, ну, и так пройтись тоже отлично. Тут вон всякие дома такие, красивые всякие деревья. Ну да, вот тут вон видно, что всякие темные штуки должны быть. Да, это летом. Я думаю, тут прям живописно будет летом. Что вот. Пойдем сейчас посмотрим. Все сниму. Кстати, странно очень сказание, то, что не чистят тротуары. Все реально сниму, где тротуары. Ты типа такой ходишь. Либо там частями сделано. Часть почистили, часть нет. Это очень странно. Вот, ну, короче. Снег. В общем, сама. Видите, как пасмурно. Не так солнечно, как вчера было. Вчера была прекрасная погода, было очень тепло. Вот, но в плане того, что я так сформировала классно свою программу, вчера я почти везде ходила по улице, сегодня я хожу во всех зданиях Казани, можно так сказать. Потому что... Ну, как бы сейчас не тепло, холодно все-таки. Вот. И при этом такие промежуточки где-то в зданиях согреться очень круто. Там арена.
баскетбол называется. Вот такой был парк тысячелетия. Ну, я представляю, как скорее все летом, весной все цветет, как вкусно все пахнет. Вот. Идем дальше с куку к театру. Вот такой театр Google, Икеат называется. Там есть экскурсии, но это, по-моему, те, кто посещает театр, именно на спектакле приходит. Вот, ну, все равно это красота очень. Вчера, кстати, мы мимо проезжали, он с подсветкой крутой был. Как бы такой, типа, похож на парк аттракционов был. Так что такой красивый. И у них театр Google прям замечательный. Мне кажется, такой, ну, я нигде не видела. Там вот такой еще, как типа мини-смотровой площадки. Ну, и снег падает. Вот. Итак, я ж без приключений не могу. В общем, у меня моя карта показала не так, и я проходила, короче, не ту дорогу. В общем, там надо было просто переход сделать через этот, через дорогу, и все. Я походила минут 10, когда тут минуту идти. Сейчас еще покажу HPHMAC вам. Я, кстати, забыла про него и по карте вспомнила об этом. Итак, ребятки, я уже дома. Сегодня очень много ходила где. Сейчас покажу вам маленький рундом нашей, типа, квартиры. Это вот вход, как заходить. Не обращайте внимания, что там где-то лежит пакет или там кровать распахнута, так удобнее. Потом, ну, естественно, это все красиво. Вот при входе это вот так. Привет. Вот это, типа, ну, наши спальные места. Вот там находится типа шкафа, куда вещи можно повесить, и там всякие мусорные там пакеты, вот такой вот небольшой проектор. А, я забыла вам показать. При входе, когда заходим, туалет, как бы. Ну, вот. И очень офигенная дверь. Вот. Потом, ну, типа тут гостиная, можно так сказать. Проектор. Вот здесь кухня, где можно готовить. Собственно, сама кухня с холодильником. Вот, вот, вот так выглядит. Это все в стиле лофта. Очень красиво, кстати. В плане так стилизовано. Всякие мелкие детали. Подобрано очень красиво, интересно. И стоило вообще недорого, по факту. Ну, на четверых. Если даже одному, но тоже не особо-то дорого. Вот. Всем привет, ребята. Простите, что я в шапке, но я очень сильно устала. Я очень много где сегодня ходила. Я выполнила максимум программы своей, которую хотела. Я все, что я запланировала, я сделала. Я сходила во все достопримечательности, которые очень хотела. Кстати, какая-то такая уютная атмосфера. Первый раз такое видео, кстати, записываю именно вот так. Вот. Но мне хотелось сделать итог по своей поездке, потому что... Очень крутой, мне понравилось, я много сходила куда хотела. Я действительно, можно открыть интернет и найти все приключения. Я не брала никакие экскурсии, потому что Казань похожа на Германию, Питер, Москву, Екатеринбург, Сергиев Посад. Чем похоже? Тем, что есть такие места, которые как будто ты уже там был когда-то раньше. Вот. Извините, если я что-то не так говорю, я уже действительно катастрофически устала, я хочу... разобрать свои подарки, те, которые купила. Приезжая в другой город, обязательно гуляйте, ходите, смотрите все достопримечательности, не сидите дома. Это очень будет глупо, потерять столько времени, чтобы сидеть дома.
Вот, ну, смотрите обязательно, конечно, погоду. Вот, я надеюсь, вам понравились мои влоги. Казань я точно ставлю для себя 10 из 10. Мне все очень понравилось. Мне очень понравилась доступность достопримечательности. Из центра дойти в каждую достопримечательность, ну, буквально, снимает от 10 до 20-30 минут. То есть все можно пройти пешком. Цены недорогие. Так что, ребят, спасибо всем вам за просмотр. Приезжайте в Казань, отдыхайте, веселитесь. И будьте счастливы. И всем спасибо за подписки. Спасибо то, что подписываетесь на Patreon. Спасибо за всю вашу поддержку. За все ваши добрые слова. Это очень круто. И до скорых встреч в новом видео. Всем пока. Увидимся в следующей поездке.